решили мы сегодня побывать на ярмарке нашей предрождественской. Это в рынке, на рынке. Очень все красиво, все в огнях. Елка стоит. Настоящая хвойная. Народу много. Тут такой вертеп. Там вон Мать Мария. Все сделано из соломы с Христусом маленьким. И овечки. Вот так. Простенько, но со вкусом. Для детей, конечно, раздолье здесь. Всякие разные вот такие маленькие инсталляции. Все в огнях. Народ веселится. Пахнет едой. Какая красота. Это ожидание Рождества, оно гораздо более захватывающее, чем само Рождество. Потому что так все красиво, везде все огоньки, блестит. Календы поют. Dlaczego bosa? Święty Mikołaj. To cała historia. Rano miała pantofle. Stare i zniszczone. Za duże na nią. Stare pantofle matki, ale je pogubiła. Dwa powozy nadjeżdżały właśnie z stron przeciwnych, a ona chciała prędko przebiec. Jeden pantofel tak zginął, że go nie mogła znaleźć wśród ciemności. A drugi porwał jakiś chłopiec i ze śmiechem uciekł daleko. Więc szła boso, biedna dziewczynka po śniegu. A nogi jej zsiniały i poczerwieniały. Czy szabieńczyk pojrzał na nie szczerze, to się z juchasem podróżę chór pojął kalendy. O Jezusie chwały, uciek ojcze w ciemne lasy, zabielaześ cały. Это просто обязательная часть любого Рождества. Звание колен. Ну а здесь вот разные продают разные свои народные творчества, и не только народные творчества, здесь все, и украшения, и еда, и сыры, и колбаски. Народ ходит, смотрит, глазеет, покупает. Вот такая вот предрождественская ярмарка в Катовицах. Это вот наша такая предрождественски украшенная улица Шачего Мая. Очень все красиво. Ну вот за счет вот этого освещения всегда. Так все ярко. Все витрины украшены. Все украшено. В общем, украшено все, что можно украсить, все украшено. Украшают.
И еще у нас там вот украшена елка, стоит вся прямо перед входом в вокзал. Ну, сейчас уже плохо видно, что-то яркости не передает, яркости и света. Игрушки елочные. Одна игрушка 50 злотых. Ну-ка, это какие? Стеклянные, какие-то фарфоровые. Различные игрушки. Все Китай делает, по-моему. Красивые, конечно, игрушки. Но я вспоминаю игрушки нашего детства. Они были немножко другие, более разнообразные, более интересные. А сейчас, конечно, тоже красивые, ничего не скажешь.